что, ну, мне кажется, за те 50 дней, которые я здесь сижу, мы увидели еще много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал, от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли. Если кто-то думает, что вот этими арестами, что вещью, конечно, неприятной, нас можно запугать или остановить, то это, конечно, не так. Алексей, собираетесь ли вы участвовать в дуэли с золотом? Ну, честно говоря, как-то в прошлый раз я прям уже сделал план.